Всем привет! Сегодня мы получили автомобильные контейнеры для нагрева еды. Стоимость купили в интернет-магазине за 299 гривен. Чисто одна штука. Чисто автомобильный. Он должен нагревать еду. Вот мы сегодня получили наш заказ по новой почте. И откроем, проверим его. Вот такой прикольный бокс. Здесь есть ложечка. Вот. С двух сторон он открывается. Это прикуриватель вставляется, шнур для нагрева. Инструкция. Вот. И здесь два отделения. Сюда можно наливать что-то жидкое. А сюда... это контейнер. О, тут еще и контейнер, оказывается, есть. Вот, сюда можно положить. Смотрите, наливается сюда суп, допустим, сюда налаживается каша. Оно не перемешивается, все здесь стенки герметические. И вот так вот разогревается. Нагревается в автомобиле в течение 5 минут. Сейчас мы это и проверим. Ну что, вещь как бы для тех, кто путешествует, очень хорошая. Есть возможность перекусов, не надо останавливаться там где-то в кафе, непонятно, какую пищу кушать. Взял с собой то, что дома приготовили, и, пожалуйста, разогрел. Вот для этого мы взяли два контейнерных бокса. Так, вот оно. Вот так. Вставляется. Вот наш прикуриватель. Сейчас мы специально для этого эксперимента взяли сюда два кусочка хлеба и сосиску. И вот мы проверим. Сюда кладем хлеб, а сюда сосиску. Вот, кстати, сам нагревательный элемент. Так что можем даже и продегустировать. Все это вот так вот закрываем герметично. И включаем прикуриватель. Вот, загорелась подсветка ламп. И вот мы засекаем время. Так, прошло 5 минут. И смотрим, что у нас получается. Ну, сосиска подогрелась, тепленькая. Но еще надо ждать. Но в принципе контейнер вот тут аж горячий дно. Вот. Хлеб теплый, очень теплый. Вот. Поэтому в принципе все работает, все хорошо. То есть для семьи из 4 человек этот контейнер незаменим в путешествиях. Мы себе его взяли на нашу семью. Вот такой же второй. Два абсолютно одинаковых контейнера. Есть такие же контейнеры, только от 220, то есть можно разогревать в гостинице. Это контейнеры автомобильные, а то есть чисто электрические. То есть в гостиницу зашли, чтобы не тягать там мультиварки, там микроволновки, взяли, нагрели еду и позавтракали, пообедали или поужинали, то есть что угодно. Мы все взяли автомобили, потому что в гостинице как бы мы всегда можем покушать и в кафе, и еще где-то. А вот в дороге на дальние расстояния это незаменимый помощник.